Так и пилится контент. Да, конечно, вы меня извините, пожалуйста, но я все кошки. Че упало? У нас сегодня дата в отношениях, Крис, поздравляю тебя. Ты забыл? А ты? Мама, напомнили подписчики. Сегодня третья. Не, я тебе помню, что вчера говорил, что нам завтра год и два месяца вот так летят. Вчера, типа. Не сегодня. Вчера говорил. Ну, вчера не сегодня. Вчера не сегодня. Где Тим? Дома. Ты меня даже не поздравил. В смысле, не поздравил? А мне еда будет? Да, да, хочу пить. Чё? Ну как? Ну пей. Вкусный хоть, дай ложечку попробовать. Ты наберёшь на меня, я тебя убью. Он уже не горячий вообще ни разу. Поэтому надо быстрее. Он уже как холодник, Крис. Приветик с Эстонии. А тебе еще неудобно, да, так? Я же так всегда. Я так всегда ем тарелки далеко ставлю. Можно я у тебя картошку немножко украду? Потому что мне не несут. Да. Вот это взять? Нет. Не могу подобрать. Хочешь? Нет. Да, ну, конечно. Фрикадель какая? Вкусная. Очень вкусно. Садись, привет. Салют, ребят. Если я обляпаюсь, то я обляпаюсь. Я же сказал, больше не будешь носить костюм все равно. Да, я видел это капучино, наверное, нет? Это пирог какой-то. Это очень похож на Пасху. Какой? Рис. Привет из Литвы и Вильнюса. Салют. Мы вот в вашем заведении сидим каком-то. Прямо на площади. Прямо на площади. Прямо тут. У меня сейчас капля большая по бороде.